Переговоры прошли по просьбе посла Англии. Вопрос стоял о постолимпийском наследии, об использовании олимпийских объектов и, конечно, о чемпионате мира по футболу. Сегодня весь мир интересует, как Россия, в частности Сочи, готовится к проведению мировых соревнований. Можно ли ждать повторения того триумфа, который был на Олимпийских играх? Речь шла о транспортной инфраструктуре, о возможности проведения фестиваля болельщиков в Сочи, в частности на Медалс Плаза. Затронули тему переоборудования стадиона «Фишт» и подготовки тренировочных полей. В свою очередь генеральный консул выразил поддержку Сочи, предложил свою консультационную помощь. По итогам переговоров стороны пришли к тому, что будут раз в полгода встречаться и консультироваться с британскими экспертами, сообщает администрация города.